И как же это понимать? Хотите выбросить мусор? Ну, то есть мусорные корзины. У вас что, других дел нет? Есть. Но я вынужден их отложить. Мы поняли друг друга? Так, так, у нас ствол. Почему при оружии? Я офицер Министерства финансов. Ладно. Но впредь прошу не сорить. Эй, погодите. Да что в этом чертовом городе за полиция? Чему вас учат? Вы только что повернулись спиной к вооруженному человеку. Так вы же из министерства. И вы мне поверили на слово? А кто назовется агентом Минфина, если он не агент? Ваша фамилия, номер участка? Все здесь. У вас ко мне претензии? Какие? Как вы узнали, что я при оружии? Хотите, чтобы я преподал вам бесплатный урок? Нет. У вас неприятности? Да так, денек не из легких. Куда идете, домой? Да, собирался. Раз так, первую заповедь органов правопорядка вы соблюли. По окончании дежурства вернуться домой живым. Урок окончен.